Спонсор программы «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Андрей Макулов – живой пример для подражания. 18 лет, он уже мастер спорта и чемпион Европы. Для юниора такая встреча с начинающими спортсменами первая. Чтобы достичь успеха, признается он ребятам, нельзя жалеть себя, нужно упорно работать. Думал, что буду более зажат, потому что первый раз, но оказалось не так. Мне понравилось работать с детьми. Мастер-класс начался по всем правилам, с разминки. Затем ребята осваивали новые элементы на брусьях и перекладине. Для них такие тренировки всегда в радость, поэтому юные спортсмены старались произвести впечатление на чемпиона. Опыт помогает, новые фишки я, конечно же, беру внимание то, что он говорит, и пытаюсь сделать, как он. Провести мастер-класс мастеру спорта Андрею Макулову помог его тренер Евгений Николко. У последнего, кстати, занимался знаменитый Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион. Педагог признается, у его нынешнего воспитанника перспективы в спорте не менее радужные. Но у Андрея Макулова свои фишки есть. Он по характеру легче с ним работать, чем с Немовым. Но он податливый, то есть он слушает все. И я надеюсь, у него тоже большое будущее будет. Андрей Макулов сам еще учится на втором курсе колледжа. И потому после автограф-сессии чемпион Европы поехал сдавать экзамен по математике. Ведь точный расчет в спортивной гимнастике – один из главных составляющих успеха. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.